Очень, я не знаю, шумят. Во-первых, у меня у соседки два раза этот телефонный провод оборвали. У меня в ванной трубу вот так согнули. Сколько выходила, я кричала, и даже вообще никто не вышел и ничего не сказал. А по поводу температурного режима, установившегося в подъезде, все ведь нараспашку. Вот сегодня, вчера сделали дверь, я не знаю, сейчас закрывается. Но вы как считаете, самое время 1 декабря, чтобы стартовал как ремонт кровли? Или как-то холодно? Я не знаю. Они сами приняли, наверное, такое решение, чтобы зимой проводить целом ремонт. Вы готовы потерпеть или недовольны? Ну, терпим, но только поаккуратнее бы делали. Вот сколько выходила, я кричала, что потише стучите, у меня уже труба вот так вот согнулась в ванной. И никто даже не откликнулся. Перестают, допустим, там стучать, но никто никакого внимания.